Еще 10 мая новый директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонид Толчинский знакомился с новым коллективом. И уже сегодня у него есть четкий план по развитию школы журналистики. Мы будем формировать и систему более активной переподготовки, переквалификации, дополнительной подготовки кадров, уже работающих в медиа. Но вот говоря о бакалаврах, то есть специалистах первого уровня, тех, которых мы начинаем готовить с нуля, что называется, здесь нужна серьезная модернизация, нужно серьезное практикоориентирование. 23 мая на заседании ректората Ильшат Гафуров официально представил нового директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. По его словам, Леонид Толчинский, как профессионал с богатым опытом практической деятельности, несет необходимую новизну в процесс обучения будущих журналистов. Леонид Григорьевич – кандидат наук, поэтому по всем требованиям он соответствует занимаемой должности. Я думаю, вот те проблемные моменты, которые мы испытывали с подготовкой журналистики, особенно их профориентации, прикладных вещей, значит, сдвинуться наконец-то. Стоит отметить, что Высшая школа журналистики КФУ получила лицензию на подготовку телевизионщиков. Теперь студенты уже с первого курса начнут изучать видеомонтаж, компьютерную графику, на старших курсах мастерство телеведущего, операторское искусство, сценарное дело. Есть очень хороший кадровый потенциал и внутри университета, и за пределами, которые мы готовы привлекать активно. Есть очень хорошие связи, очень хорошие отношения, договоренности, существующие, те, которые мы сейчас формируем с потенциальными работодателями. И есть нацеленность на то, чтобы именно вот под такие, вот скажем, неординарные, смелые проекты людей готовить. Верим, что Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ будет идти в правильном направлении. Аделя Валеева, Роман Самарин, Универньюз.